вернулся домой. Почувствовал себя так немного грустно. Безысходно, знаешь так. Словно пусто. Я лишь хотел быть с тобой. Я лишь хотел быть с тобой. С тобой. Просто так. Немного грустно. Безысходно, знаешь, то что ли пусто, я лишь хотел быть с тобой. Ничего не бывает просто так. Я лишь хотел быть с тобою навсегда. Просто так. Немного грустно. Короче, я чувствую себя так спокойно достаточно. Я принимаю флуоксетин последние 2 дня только по 1 капсуле в день. Австрийский. Здесь. Это пиво. Мама спросила, что снова что ли купил? Нет, это старое. Я просто его использую как подставку для фотоаппарата, для телефона, чтобы снимать. Я играю, отрабатываю на гитаре. Пиво отстойное вообще. У меня аллергия на пиво, кстати. Короче, я вообще не понимаю, как вы пьете это. Что вы чувствуете от этого? Алкоголь. Мне приходится прикладывать силу воли, чтобы его выпить огромную. Или выкурить сигарету. А вы наоборот. И у меня еще в последнее время нет интереса к кофе. Но я хочу сейчас сделать, чтобы взбодриться чуть-чуть. Хотя можно и не бодриться. И еще у меня нет интереса вообще к компьютеру, мониторам, черным квадратам Малевича. Вот это вот черный квадрат Малевича. Туда, куда ты смотришь, это черный квадрат Малевича. Вместо Бога теперь все смотрят в черный квадрат Малевича. Че, как ты поживаешь там? Овес ест. Овес ест. Ах. Так, сейчас я подключу, чтобы играть на гитаре, и звук был тихий с ноутбука. Просто так, немного грустно, безысходно, что просто пусто, я лишь хотел бы с тобой. Я лишь хотел бы с тобой. Просто так. А вот мои рисунки. Один из них завалился. Без. Их надо куда-то сложить сюда. Безысходно, знаешь, просто пусто, я лишь хотел быть с тобой. Посмотри мне в глаза, убей меня. Мои рисунки, которые я сделал за время отсутствия фотоаппарата. Целая кипа, я их хочу сфотографировать на качественный фотоаппарат, но это потом. Еще делал модель устройства нашего мира, там, лекцию. Кажется, буду вот эти 2 дорисовывать, они сложные. Сейчас покажу. Вот здесь, против форков, короче, на корабле. Здесь еще танк стреляет. Короче, здесь вообще будут повсюду орки, трубы, месиво. А здесь будет вид с города Харинис на ферму Лабарта.
такой необычный ракурс. Само собой получается, у меня как будто бы с неба приходит, или из инфернального мира, или с неба. Это все по наитию. Безысходно, знаешь, просто пусто, я лишь хотел, они еще не сели сумки, вот еще у себя. Короче, я их скину в хорошем качестве. Когда будет, когда сфотую, сейчас поставлю, тут нужно много чего делать сейчас. Я запутался. Сниму конкретно, сниму кружатую. Я не работал в суду. Просто, да, много грустно. Безысходно, знаешь, что ли пусто, я лишь хотел, я лишь хотел бы с тобой. Видишь, что я? Сейчас буду утаскивать потихоньку, что я потащил. Переходник для того, чтобы подключить гитару и колонки и ноутбук. Все буду накрывать, наверное, играть. Я подключу сюда, если получится. Моя футболка Ван Гога. Думаю ее одеть, чтобы красиво выглядеть. Хотя перед кем? Ну, перед... Так, перед дамами. Я шучу. Меня никто не смотрит. Просто так. Немного грустно. Безысходно, знаешь. Просто пусто, я лишь хотел быть с тобой. Все. Все равно что жарко. Хотел бы с тобой. Чем-то поводить, но так жарко. Ну, реально жарко. Да. Вот мой дух. Включу его. Сейчас буду убирать один аккорд. Здесь это закрывающая глазок, но она перенесена в другую сторону, потому что никто его не закрывает. Безысходно, что ли, просто пусто, не без тебя, да. Это поставка для гитары, я буду ставить, да. Давай! Чё? Раз. Раз. Так. О. Ты ее ставишь куда-нибудь. Блин, она уже шатается. Сюда надо ставить. Ноутбук подключу, вот медиатор. Так. Специально, чтобы он не перегревался сильно. Это к фотоаппарату крепится. Сначала буду играть.
Безысходно, знаешь. Просто пусто. Короче, поел фруктов. Ну нет, сейчас поем фруктов, сейчас поем немножко орешков, что больше есть на охоту. Сейчас попробуем нектар купить. Раз, два, три, собирайся, приезжай, будем вместе рисовать на серых стенах, на грязных стенах. Давай, сейчас тебе дам команду, сейчас тебе дам эту мотивацию. Just doing! Не знаю, видно, нет. Закрою, чтобы на голос было слышно. Очки сниму, чтобы не, ну, меня воспринимали получше. Так, хватит сидеть на своих местах просиженных. Просто сделай это. Давай, я верю в тебя. Раз, два, три. Приезжай ко мне и будем рисовать на мелками пейзажи. Древнего Рима, Древней Греции и прочее, что угодно, светлые пейзажи будем на серых стенах, просто рукаться на этот город, надо тоже это сделать, понимаешь? На, мы должны дать серости по щам. Этот город, он гниет в своей грязи, в серости и в вандализме. Меня называют вандализмом. Какой я вандал? Да, я вандал. Но я делаю! Я с 17 лет рисую каждый день за свои средства, мелками для города. И не получил ни копейки. Just do it! Сделай давай! Нарисуй пейзаж! Будь мужиком! Будь девушкой! Я Александр Алёнин. Я ваш коуч успеха. Ой, то есть не коуч успеха, фу. Я просто Бог. Бог мне сверху говорит. Рисуй мелками. Я тебе говорю, рисуй мелками, защищай кошек, собак и бездомных людей от холода, чтобы не замерзли. Не обижай кошек, собак и вообще живых, там, живых существ старайся. Значит, все. Приезжай и рисуй со мной мелками. Смотри, я даже футболку Ван Гога раскрасил. Понимаешь, какая мотивация.
Ну, что такое настоящие мужчины? Те, кто вместе объединяются нормально, разговаривают, общаются и рисуют. Just doing! Doing! Или как там? Просто сделай это! Разрисуй пейзажи хоть небольшой, мелками. И напиши в каком outsider art на шпаклевке, на зашпаклеванной стене. Не сталинки или хрущевки или панельки. И покрой лакомками для волос там возьми у мамы, чтобы держалась. Just do it. Все.